Два гладкоствольных ружья и обрезной пистолет, которому 80 лет. Такой клад нашла на своем участке в селе Бесколь жительница Петропавловска. Оружие женщина передала полицейским. За это она получит около 130 тысяч тенге. Как показала экспертиза, наган 1939 года выпуска является раритетом и использовался в советской милиции. Его признали непригодным к выстрелам, а вот ружья наоборот. С 10 апреля этого года на территории Республики Казахстан проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За 20 дней акции на территории Северо-Казахстанской области и гражданами сдано 80 единиц оружия. Выплата составляет порядка 4,5 миллиона тенге.